мотоциклисты. И да, по той же причине, скорее всего, и я. Тропами мотоциклиста. Да, влажность сегодня. Думаешь? Ух ты, тут этот колодец. Да. То есть это не просто пещера. Да, пещеры и источники. Тихонечко ищут. Но это на втором, на третьем, неизвестно на каком месте. Но не на первом. Александру Сергеевичу хорошо. Ему прекрасно. Гудит мельничное колесо. Боль угасла. Баба щурится из избы в небе жаворонки. Только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губастый, учен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, делами замученные. Жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём, с таким поэтом. Он красивых женщин любил любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у чёрной речки.